козочка, с ней отходило два козленочка. Один отбежал в сторону. За кустами, куда он смотрит, смотрел. Там еще коза ходит. Ветер боковой. Практически от них. О, три козленка. Два, вот они. Где-то папка ихняя еще должен быть. Дурачатся, бегают. Такие дела творятся. Ну что я скажу, уже четвертый козленок, ну как по счету-то больше, на 10 козлят где-то или 11 я видел, где 3, где 2. Вот 2, сейчас перед этим еще один был, этот один, может, за кустами еще. Все одни, мамки их побросали и пошли по своим делам. Так что где-то папка их не ходит, папку нигде не видно. Вот один козлик с одним отростком, и все, и тишина.